Добрый день, друзья! На этих выходных мы с вами без барахолки, но зато у нас цветут магнолии, и я вам это показываю. А направляемся мы, как обычно, в магазин. И здесь меня ждал огромный сюрприз. Смотрите. И здесь просто полный комплект. Полная коллекция. Даже ликерные. Они великолепны. Просто великолепны. И коньяк. Вот вам производитель. Катерина. Еще не встречала. Так, как играют на гитаре, я вам покажу эту красоту. Краудхайм. Думаю, это ручная роспись. И эту чашку именно так надо показывать. Чайная и кофейная форма. Это очень красиво. Смотрите на эту кружку. Шварценхаммер. Здесь антиквариата, конечно, очень много. Что-то китайское. Тоненький фарфор. Сахарнички и соусник. Интерлинг, керамика. Или для специй. Очень симпатичный. Такой сервис, по-моему, не показывала. Особо смотрю, новинок нет, поэтому выискиваю, что вам показать интересно. Я не пойму, что это. Ну, нужен определитель. Я, например, не знаю это клеймо. Если знаете, напишите. Кофейный такой сервис. 40 евро. Так. Керамические две такие емкости. Настоящий дом керамики. Симпатичные вишенки. Картинки эти я показывала. Да, эту точно показывала. Вот этого не было. Новиночка. Состояние, конечно, не очень, мягко говоря. 8 евро. Красивое стекло, такое оно какое-то многоцветное. А вот эту штучку еще не купили, но она, конечно, шикарная. Очень изящная работа. Смотрите, какие красавцы.
Бурстак 65. Чудесная. Вот новая форма появилась. Вариант бесспорный. Симпатичная штучка. Ой, вот такой тяжелый, 25 евро. Это что-то уже, видимо, современные подсвечники. Гусь хрустальный стоит на месте. Так, а это тот, который мы смотрели. Да, это он. С непонятной надписью. Ну, хрусталь. Не понимаю, на каком это. Или это на английском? Скорее, да, или что-то такое, не знаю. Вот эти симпатичные керамические, такие атмосферные. Это неизвестный производитель. Я покажу вам кожаные чехлы. Никогда как-то здесь не останавливалась. Да, качество кожи, конечно, просто изумительное. Смотрите, какой набор. Салатнички. Винтерлинг. А это Селтман. Очень странно. Это Селтман. Это Винтерлинг. Очень интересно. Это Миттертайх. Такое видели? Три производителя. Кстати, опять-таки, кофейный сервиз, Бавария и клеймо, я не знаю. 6 чашечек, 6 блюдечек, 6 тарелочек. Кофейник, сахарничка. Тоже 40 евро. И ручная роспись, это что-то старенькое. Так, китайские мотивы без клейма. Такой серенький фарфор. Такие ручки здесь интересные. Первый раз такое вижу клеймо. Так, вазы, по-моему, эти уже показывала. Это Хученройтер. Кобальт. Это гайзер. Высокенькая.
Видите, какая красивая синяя. Вот какой набор. Тончайшее стекло. Еще нога в основании. Кувшинчик. Очень симпатичный. Рюмочки эти показывала. Малышки. Симпатичное стекло, такая маленькая конфетница или джемница. Так, пришла я к книгам. Поиски своего каталога определителя. Ой, какое чудо, гляньте. С цветными иллюстрациями. Какой это год? Здесь целая серия таких книг. Сейчас найду. Боже мой, 31-й. 31-й. Это насекомые, видимо. Вообще бесценные вещи. Так, ищем каталог. Но здесь как-то мало книг, еще где-то, возможно. И такие вещи. Так, а вот тоже что-то очень редкое. Ручная роспись. Вот, кстати, Розенталь. Или я показывала, уже не помню. Трио. Ну, я не знаю. Такая форма оригинальная, цвет тоже, поэтому для любителя. Это скромное обаяние буржуазии. Это то, что я очень люблю. Видите, какие яйца из натурального камня. Свечечки, очень симпатичные, с веточкой вербы. Это, по-моему, показывала Дрезден. Это очень интересно. Смотрите на вот эту прелесть. Это матовое золото. Фу.
шаурма. Нет. Какая штучка. Очень симпатично. Это что за красота? Керамика. Это Япония. Смотрите. Роскошные слоновые кости. Три предмета 18 евро. Не знаю, кто это. Это под мой порционный чайничек, который только Кунст, если вы смотрели. Обзорчик. Вот в таком стиле. Это что-то такое простенькое. Ну, в основном случае на любителя. Мне не очень. Так, вот это посмотрите. Ручная роспись, между прочим. Такая малышка. Антикварная. Что вам сказать? Видите этих птичек? Очень интересно выполнено блюдо. И вы увидите саблю. Милая керамика. Белочки. Так, давайте рисуем такие тарелки колоритные. Самочки еще, кстати, здесь есть. Тяжелая керамика. Ой, ну чудесно. €120. Ой, столик барный. А это что за рыба? Открывается? А, она открывается, да. Здесь просто скотчем. Вот такая штука. Видите, какое симпатичное создание. Очень милая обезьянка. Ой, это свисает. Это вот так. Так, давайте пройдемся по соусникам. А то я как-то всегда их отделяю внимание. Хайнрих прекрасный. Вот это что-то. Ага, Эшенбах очень симпатичный. Они стоят. Вот, по-моему, новиночка. Такой набор для соуса. Покажу вам яркий красный. Карабаза. Так, а здесь уже 50% скидка на все яйца. Потому что, ну, в целом, на все аксессуары к Пасхе, потому что уже
В эти выходные празднуют. Вот, симпатичная утка. Очень неординарный. Und Freundschaft. Ich такого не видела. Лазочка и птичка. На Ройтер. Так, уличная торговля. Гляньте. Какая девочка. Это не баварка, по-моему. Ну что ж, друзья, все когда-то бывает в первый раз. И вот в этот визит в магазин у меня случилась первая серьезная встреча с Майсоном. До этого все-таки как-то это было на расстоянии. На сегодня заканчиваю обзор, ну а в следующей серии мы рассматриваем покупки дома. Всего самого наилучшего и до новых встреч!